Те, кто делает город лучше. В мэрии торжественно подвели итоги конкурсов на лучшего председателя и лучший актив ТОСов. К слову, самых деятельных выбирают в этом году впервые. В конкурсе приняли участие 56 активистов из 22 территориальных общественных самоуправлений. ТОСы у нас одни из самых лучших в регионе, это точно. И, конечно, то, что вот у нас сейчас численность населения, вовлеченного в работу с ТОСами, составляет более 100 тысяч человек, это тоже серьезный показатель. И то, что как раз пример работы ТОСов, успешных ТОСов, он является примером того, что люди сами организовывают ТОСы, и они понимают, то, что это идет на благо и городу, и самим жителям. Отдельно чествовали руководителей ТОСов. На них огромная ответственность. Коммунальные вопросы, проблемы благоустройства и общественного порядка. Для жителей они единственные помощники и защитники. Определить лучших, рассказывают специалисты, было непросто. Большинство первых мест поделили между собой несколько председателей, которые набрали равное количество баллов. Наши председатели ТОСа готовили документацию отчетную. Комиссия была, которая состояла из депутатов города Иваново, из общественного совета и из начальников структурных подразделений администрации города. Вот, номинации у нас были в рамках частного сектора, в рамках многоквартирных домов и в рамках смешанных территорий. В первую очередь комиссия оценивала вклад ТОСов в благоустройство микрорайонов, отдельные баллы за организацию праздников, решение проблем и творческий подход к работе. За этот год ТОСы смогли многое изменить на своих территориях, участвуя в различных программах. Сделано очень много. У нас жители прямо в восторге, потому что были территории мало заасфальтированы, не было парковочных зон, не было детской спортивной площадки с хорошим покрытием. Все сейчас в этом году есть и детская площадка, и спортивная с красивым мягким покрытием. Победители и призеры получают денежные премии от 45 до 60 тысяч рублей в зависимости от места на пьедестале. Но из денежного приза председатели не потратят на себя ни копейки. Все средства пойдут на благо родного участка. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.